Единый портал госуслуг Московской области – это система, связующая государственные ведомства в единую структуру. Она упрощает получение практически любой госуслуги без бюрократии и очередей. Достаточно войти в личный кабинет, и можно записаться на прием к врачу, узнать информацию о налоговой задолженности, оплатить штраф ГИБДД, записать ребенка в детский сад или получить разрешение на строительство. ЕСЕЯ – единая учетная запись. Она применяется для входа в портал госуслуги. Дополнительная регистрация на других федеральных порталах не требуется. Многие услуги будут переводиться в электронный вид. Данная услуга в МФЦ оказывается бесплатно. Зарегистрироваться в ЕСЕА можно самостоятельно через единый портал госуслуг. Но, как нам посоветовали специалисты МФЦ, лучше и быстрее это сделать у них, поскольку только после подтверждения учетной записи вы получите доступ ко всем госуслугам. А подтвердить личный профиль можно тремя способами. Заказным письмом через Почту России, при наличии индивидуальной электронной подписи или в многофункциональном центре. Чтобы получить данную услугу, нужен всего лишь паспорт и мобильный телефон. Мы решили попробовать, как это у нас сегодня получится. Так, разрешите паспорт. Как только паспортные данные были занесены в систему, автоматически определился номер ИНН и страхового свидетельства. Мы можем даже узнать вашу налоговую задолженность. Вам надо это или... Давайте посмотрим налоговую задолженность. Да, и вот узнаем еще это. Стандартные процедуры регистрации заняли всего несколько минут. Вот я занесла ваши данные, а адрес не проверила. 28-32, не менялся, да? Значит, распечатывается согласие на обработку ваших данных персональных. Вы его подписываете, и мы его сканируем в программе также. Вот это самое интересное, то, что здесь вот происходит. Вот сейчас вот после, ну вот когда мы перейдем на следующую вкладку, как работает вообще вот эта вот система здесь у нас. Распишитесь еще раз в одном документе и делаем отправку в ведомство. И ждем ответа. А как ответ сразу же приходит? Да, в течение там, ну, смотря как программа сработает, ну, максимум минуту, максимум. Угу. Все, мы отправляем заявку в ведомство. И ждем. Вот это самый вот вообще важный этап. Теперь вам надо просто войти в единую информационную систему. Номер вашего телефона или страхового пенсионного свидетельства является логином. А в полученном СМС-сообщении содержится пароль для первого входа в систему. И потом вы его меняете, конечно же, на свой. Все данные, которые вам нужно, вы заполняете. Например, медицинский полис. Если у вас есть права, тоже заполняйте. Тогда вы сразу будете видеть штрафы ГИБДД. Вы прям, ну, если мобильное приложение, я вот открываю его сразу и вижу штрафы. Какие у меня есть? Ну, судебные, налоговые. Номер медицинского полиса, водительских прав, марку и государственный номер автомобиля, свидетельство о рождении детей. Все эти данные надо будет самостоятельно заполнить в личном кабинете, и теперь у вас в интернете будет свой электронный банк всех ваших документов. 5 минут у меня заняла регистрация на портале госуслуг. Теперь мне останется скачать мобильное приложение и начать пользоваться им. Зарегистрироваться в единой государственной электронной системе могут как физические и юридические лица, так и индивидуальные предприниматели и работающие в России иностранные граждане.